Красота и здоровье. Важные советы для красоты и здоровья. Мы все знаем, что красота и здоровье – это необходимые составляющие нашей жизни. Они идут по жизни, взявшись за руки, и отличаются лишь тем, что стандарты красоты переменчивы и зависят от многих условий, а состояние здоровья является следствием нашего образа жизни и зависит исключительно от нас самих. Сейчас мы поговорим о важных советах для красоты и здоровья. Прежде всего, найдите способы поддержания своего тела в движении. Возьмите себе за правило пользоваться лестницей вместо лифта, если это, конечно, позволяет время и возможность. Сидячий образ жизни оказывает огромное негативное влияние на наш организм. Необходимо уделять около 30 минут на выполнение физических упражнений. Постоянно разминайте свои суставы. Это способствует не только сохранению красоты нашего тела, но и эффективно снимает напряжение. Уделяйте физическим упражнениям несколько минут по несколько раз в день. Следите за своим питанием. Следующий совет. Откажитесь от жареной, жирной пищи и булочек. Пейте больше воды. Это самый простой совет для поддержания нашего организма на высоте. Вода имеет огромное значение. В день человек должен выпивать от 1 до 2 литров воды. Самый важный совет связан с отказом от курения и алкоголя или умеренным его употреблением. Старайтесь не попадать в стрессовые ситуации, хотя, конечно, легче сказать, чем сделать. Посвящайте по 30 минут в день тому, что вам действительно нравится. Держите себя в руках, прежде чем выйти из себя. Посчитайте до 10. Держитесь подальше от людей, с которыми вам трудно общаться. Если придерживаться этим советам, то можно сохранить свою красоту и здоровье. Но главное не знать, а выполнять эти советы. Нажимайте на кнопку и подписывайтесь на канал.